Неожиданное развитие получила громкая история об убийстве, заказчиком которого выступил разработчик космического корабля «Буран» профессор Александр Кибальченко. Его дело о расправе над бывшим зятем сейчас находится в суде. Следователи и криминалисты смогли собрать массу доказательств и получить чистосердечные признания. Но вот теперь обвиняемые отказались от своих показаний, даже несмотря на то, что все они были записаны на видео. Эксклюзивные детали расследования в материале Игоря Копорикова. Гаражный кооператив «Зенит» в Подмосковье – одна из сотни локаций, в которых за свою более чем десятилетнюю карьеру успел побывать криминалист-следователь Артем Баршавец. Его профессия – по крупицам воссоздавать картину происшествия, фиксировать обстановку по отпечаткам и каплям крови, видеть то, что не видят другие. Сюда, к боксу со зловещим номером 666, майора юстиции привела загадочная история Тимура Зайниева, а точнее заявление от его отца. Изначально сообщение было заявлено о похищении человека, соответственно, была надежда и предположение о том, что он живой. Последний раз 43-летнего программиста Зайниева видели живым 4 марта. Он выходил из здания Хорошевского суда, где в очередной раз судился с бывшей супругой Викторией. На тот момент они уже 5 лет были в разводе, но все никак не могли поделить совместно нажитое имущество и, самое главное, детей. Женщина хотела увезти их в Великобританию к родителям, но бывший супруг разрешения не давал. Тогда, по версии следствия, вмешался тесть Александр Кибальченко. Он решил действовать противозаконными способами. Сначала он решил подбросить наркотические средства. Осуществить задуманное взялся знакомый Кибальченко, бывший полицейский Роман Осипов. За работу мужчина попросил 50 тысяч долларов, но операция провалилась, едва начавшись. Наемник просто не смог достать наркотики. Тогда, по версии следствия, разъяренный тесть решил пойти на крайние меры. Заказал убийство бывшего зятя. Конкретный способ Кибальченко с Осиповым не оговаривался, ввиду чего он допускал любые возможные способы совершения этого деяния. Для реализации убийства Зайниева Осипов подыскал ранее знакомых ему. Осипов придумал легенду. Прикрываясь поддельным удостоверением сотрудника ФСБ, он попросил оказать помощь в задержании якобы насильника-педофила. Знакомые откликнулись и встретили Тимура Зайниева на тротуаре недалеко от Хорошевского суда. С прыжка повалил его на эту кучу снега. Ага. После чего подбежали Роман и Влад. Они... Рома начал его бить шокером. Этот момент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Здесь видно, как мужчину сбивают с ног, пинают, бьют руками. После заковывают в наручники, заталкивают в автомобиль и увозят в Подмосковье. Правда, не в отдел полиции, а гаражный кооператив. В этот момент ситуация для многих прояснилась, но никто не стал останавливать наемного убийцу. Водитель даже помог расправиться с жертвой. Одевай на шею. Взял, ногу положил и Владимиру попросил удержать ноги. Пошевелился, дергался. Ну и все, потом я его ослабил. В это время уже вовсю шли поиски Тимура Зайниева. Отец услышал, как на сына напали. В этот момент он разговаривал с ним по телефону и сообщил об этом в полицию. Началась масштабная поисковая операция по всей Москве. Сначала следователи обнаружили камеры с места похищения, потом отследили машину и уже вечером постучались в квартиру Осипова. Наемник сразу во всем признался и рассказал про гараж, в котором они спрятали тело. Первыми на место выехали криминалисты-следователи. Наличие наручников присутствовало, на трупе видно, что он был обездвижен, признаки асфиксии присутствовали. Меньше чем за сутки следователям удалось разгадать сложнейшую головоломку. Похитителей задержали по горячим следам. Было грамотно организован осмотр места происшествия. Были установлены вещественные доказательства, свидетельствующие о присутствии непосредственно обвиняемых на месте убийства потерпевшего. То, о чем говорят реже, это криминалистическая психология, то есть грамотная организация допроса следственного действия. Именно во время допроса стало известно имя заказчика, выдающийся инженер, один из ведущих разработчиков космического челнока «Буран», гражданин двух государств России и Великобритании. Александр Кибальченко уже был готов покинуть отечество, купил билеты в Белоруссию, но прежде решил лично убедиться, что зять больше не побеспокоит. Приехал на место убийства. Он меня вот так вот почесал, так мне посмотрел, потрогал живот его, пульс потрогал. Убрав бинты, мужчина понял, с проблемами покончено и покинул гараж. Через пару дней ученого задержали на белорусском вокзале. Сейчас Александр Кибальченко арестован, правда, свою вину не признает. Сегодня его защищают сразу 7 адвокатов. От первоначальных показаний отказался и предполагаемый убийца, но работа следователей проделана качественно. А это значит, что у подсудимых минимальные шансы избежать наказания, вплоть до пожизненного заключения.
Игорь Копориков, Андрей Иванов, Анжелика Аквая. Экстренный вызов.